Привет всем, я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Добро пожаловать! Сегодня будет короткий ролик, это важное сообщение, потому что до сих пор я получаю комментарии на этом канале, вопросы, куда я пропала, почему так долго не снимаю ролики. Так вот, все ролики, вся активность идет на моем втором канале, который я открыла год назад, уже даже больше года назад. На этом канале у меня есть видео, где я подробно объяснила причины открытия второго канала. Я уж не буду сейчас это все повторять, но я оставлю вам ссылку. Если кому интересно, можете заглянуть, послушать на фоне. Больше года я активна на другом канале. Там регулярно выходят ролики без перерыва, без паузы, без отпусков. Поэтому, если вы вдруг пропустили, потеряли меня из виду, как какое-то время не смотрели, а сейчас зашли на канал и не можете понять, а где ролики, снимает она, не снимает, вся активность на другом канале. Я и подсказки сейчас вывожу на экран, куда можно перейти. И ссылка под видео, это на последний мой ролик новый, который на другом канале. Я также в комментарии оставлю ссылку на свой другой канал, на ролики. Поэтому, если вам интересно мое творчество, то, чем я делюсь, приглашаю вас на свой другой канал. Скорее всего, большинство из вас, кто открыл сегодняшний ролик, уже подписаны на мой второй канал. Тем не менее, наверняка будут те, кто только-только сегодня узнают, поэтому буду вас ждать там. Что же касается этого канала, его дальнейшая судьба, то я его не собираюсь закрывать. Более того, все мои ролики доступны, ну, основные, популярные, влоги какие-то. Все это есть в открытом доступе. Единственное, пока я думаю, что здесь выпускать. То есть у меня есть несколько идей, они в разработке. То мне одно хочется, то другое. В общем, пока здесь пауза, и я обещаю, что я сюда вернусь с выпуском чего-то, какого-то контента. Поэтому, когда идея будет полностью сформулирована, продумана концепция, тогда я возобновлю здесь публикацию. Еще один уютный уголок в телеграм-канале, на который можно подписаться по этому QR-коду, либо по ссылке, которая будет в описании. Там и общение, все новости и ссылки на выход новых роликов. Подписывайтесь, так вы будете в курсе событий и в целом вам там очень понравится. А вообще, знаете, я уже больше года веду тот новый канал, и я ни разу не пожалела, что я открыла его, и что вся моя активность сейчас там. Я, конечно, очень не хочу этот канал терять и как-то его закрывать, поэтому вот в постоянном поиске, в постоянном решении вопроса, что, как я буду тут делать. А пока все там, и это было правильное решение, вот уже еще раз говорю, спустя год я не жалею, и если кто-то мне пишет, да зря вы там открыли, можно было тут все делать, есть очень много тонкостей и нюансов. Я, кстати, на том канале тоже об этом недавно рассказывала, в видео про свои работы, свой опыт работ, как я их меняла, про YouTube, про рекламу, про каналы. В общем-то, там затронула эту тему, но еще раз, это было правильное решение, и признаюсь, на сегодня тот канал мне больше нравится, именно благодаря аудитории. Да, все мои, вы, основная активная аудитория, которые смотрят меня постоянно, ну или хотя бы так вот периодически, они все там, и мы там так сплотились, ну я считаю, в общем, поэтому я... Там канал небольшой, но он такой уютный. Вот, знаете, не количеством, качеством. И именно на сегодня это про тот второй канал. На этом канале у меня 300 с чем-то тысяч подписчиков. Приличное количество. Но большая часть находится где-то вне доступа. То есть кто-то, может быть, уже вообще давно YouTube не пользуется. Кто-то и забыл про меня, но не отписался, и это уже на протяжении нескольких лет, поэтому, конечно, канал не развивается, именно качественно не развивается. Да, каждый день подписчики потихонечку прибавляются, какие-то просмотры идут на старые ролики, но в плане аудитории, отзывчивости, все качество
там, на том канале, потому что здесь кто-то недавно подписался и не может понять, почему это ролики уже 3 или 4 месяца не выходят. Вот я, да, получаю в последнее время, почему-то активировались эти вопросы, и я решила так, надо напомнить. Все, на этом еще раз я очень рада была, что вы заглянули, прослушали эту новость. Я буду рада тем, кто сегодня присоединится ко мне в мой второй домик. Ну а всем тем, кто и так там, вам просто пламенный привет и всем пока. Жду вас. Все ссылочки будут в описании и в комментариях.